Да, это Wildness. Да я смотрел же на него. Я от него убегал. Я тоже попытался, но он еще ближе подбежал. Блядь, я говорю, у меня нихера не было. Ни справа сверху, ни толмевена не было. Над головой ничего не было? Нет, нихера вообще. Над головой секундомер был. А у Каты? В голове пинг был просто большой. Шестьсот пинг, видим. Добавь меня в друзья в Дискорде, я тебе скину. А сколько там? Вэн со стаками или что получается? Пока заливот, пока таймер пойдет. Он 10 секунд висит. 10? Охренеть. Суть в том, что ты ж, типа, вначале отбежал, ты же зачем-то отбежал от всех, правильно? Ну, ДБМ ну, показывает, я посмотрел, что ты, типа, отбегаешь, убедился, и все. Ничего нету, ну, ничего ну, нету, и убедился. А на трех секундах обратно. Он дает как раз-таки отчет этот, это ты вбежал на 3, 2, 1. Ну, я говорю, в чате вылезло то, что вот у кого-то, просто в обычном чате, я отбежал, смотрю, у меня нету. Ни ДБМ, ни радиус не подсветил, ни справа нету. Поэтому я обратно и вернулся. Киря. Кирь. Да. Следующий долбоеб, который не вынесет каскад, косарь лутает не 300. И так по нарастающей. Потом полтора, потом две. Давайте без долбоебов тоже, знаете. С долбоебами. Очень просто. Просто вынести и забить метку. Я говорю, оспаривать что... мои слова и перебивать меня не надо, блять. Рот закрыть. Попроще, может, я не Кирилл. Вы нахуй тут не нужны балластом ебаным, если вы что-то не понимаете. Вы либо делаете, что вам говорят, либо идете нахуй. Все просто. Я закончил, я убедяю, спасибо. Я убедился. Все, все. Блин, поэтому зашел. Вы тратите чужое, блядь, время. Все, мы не тратим вы время, можете, мы услышали друг друга. Лекарство от рака изобретать в этой личной жизни. Все, мы услышали друг друга и еще рейде. Внимательнее максимально, блядь, смотрим сейчас, в экран. Сейчас, секунду. Мозгов. Еще раз, мы стоим в кресте пока, мы выносим в правую сторону, не на ход рейду, и также с обратной стороны. Одни сначала куда-то вперед, другие вправо-назад. Пары метров. Тройки, блядь. Все готовы? Интубы. Нет. Вынесли. Двинулись. Скоро фаза. Настакиваемся. Три не держим. Вынесли.
шли линии. Но назад. Бьем дальше мейна. Вынесли. Сложно, да, нажать в конце глыбу? Вышли из ветров. Ярд, развернись чуть-чуть. Долгим махом. Поближе к Кайду, лицом. Вынесли. Да, блять. Прохил милизону. Смотрите, вы там долго в ветрах стоите. Вынесли первые. Куда ты бежишь? А, нормально, вынесли. Кто-то в рейд. Вынесли первые. Вторые. Да нормально, стой, стой. Только через меня не побеги. Прохил, прохил. Идеально. Скиньте бэры по ДДшникам, у кого там есть. В рейде кто-то стоит. 3, 2, 1, там тикает нас. Тикает. 5 Wildness, да? У меня да, нихуя да. Нету, не показывает. Даже не написал в чате ни у кого. Не пробьем, да? Да пиздец. Че, реально не пробьете? Да нет, конечно, пол рейда нет. Пробили же. Танк номер один, так что это бесполезно. Ильдись. Танка надо резнуть, шилдмейдена, кто там? Те самого резнуть. Из если что. В узле, танка надо резнуть. Ай-яй-яй, ворисы хилить. Ну, давайте 7 лямов, может палку повезет, добьете. Пробуйте, живите. Милики там. Что, можно вынести, просто его нахуй куда-то таскать? Я по цельному вынес. Есть крылья, да-да-да. Милики, можете там тоже побегать, если что. Не выносить, да. Дайте валик по мне, есть валик? Зубы закиньте по Горису. И что-нибудь сделайте еще на меня, иначе пизда. Я вроде забрали. А, все, спасибо. Сбежались обратно. Три вместе бежите, ну что это? Дохил, дохил. Давайте, добивайте, иначе ГГ. Три секунды, продержись как-нибудь. Шилд, хил. Хил шилда. Щиточек по нему. Забрал. Морперса хил. РДД хил. О, блядь. Че это вообще цирк? 8 стаков. Дайте еще что-то, я уже от отчаяния каплю накинул. Почетный косарь. О, блядь. Яковчик можно организовать? Да какой? Потом уже РТ конец будет. 40 минут осталось, 45. Можно я пойду покурю? Не, минута по-любому покурим. Пока метки ставлю, пока я ставлю метки, у вас есть время покурить. Паша еще ГП, пожалуйста. Людям. Ну, мясь. Какое РО? 3 часа только от РТ прошло. Вы с таким нем? Да, РТ, РТ. Теперь пока у вас перекур, я вам объясню. Глубоко похую, какими аддонами вы пользуетесь, какими фреймами. На классическом фрейме показываются абсолютно все дебафы. Висла? Отмазка, что у кого-то что-то не показывает, не отображает. Не хибет никого ровным счетом. Ваши проблемы, ваши половые трудности. Как вы это будете видеть? Как вы это будете отслеживать? Похую. Вы либо делаете, либо нет. Если вы не делаете, вы получаете пизды. Если так. Вы не делаете систематически, вы идете нахуй. Все просто.
Это-то да. Ну такой я момент. Я понял, повторю еще раз. У меня стоит классическая, то есть никаких аддонов не стоит. Не, ну хорошо, так это же не значит, что ты не виноват. Стоит. Ну а что сделать? А что нам сделать? Подожди, да, я договорю. Паша, тебя в чате спрашивают. Ты кто? Я не говорю, что типа я этого не делал, я говорю, что нету. Просто нету. То это выбегал, все появлялось. У тебя даже ДБМ пишет над тобой облачко. Я говорю, нету в чате, я могу скрины всего чата выложить. Смысле? У тебя если белый чат был, показывает? Косяк, я сказал, белый да. Чат, ты меня видишь, не да, имеет да, значения да. Чаты. Ты наводишь на иконку дебафов и смотришь. Все просто. Так, глаза имеешь в виду. Право вот в верхнем углу у тебя стоит карта и дебафы. Вот не вылезла на дебафе, я туда смотрю, чтобы на всякий случай. Без разницы, как ты это делаешь. Я еще раз повторяю. Отговорки... Я понял, оправдание что... и все остальное никого не интересуют. Перебивать, когда человек тебе говорит критику, тоже не стоит, потому что это чревато. Если вы где-то обосрались, вытрите штаны, поменяйте их молча и идите дальше. Вы не в какой-то тир-3 гильдии. Вы в гильдии Т1. С вас спрос идет по критериям. Если вас что-то не устраивает, дверь там. Я доходчиво объясняю. А мы ГП лутаем, даже если умираем из-за лага. И никого не убьет. Даже если не умираем, можно его залутать. Даже когда первый раз пришел на Галуна, 2 ГП на бля. Блять, Total Gaon для меня до сих пор, блядь, кошмарах снится, ёпта-сата. Ни у кого часом нету роги? Тролля, дворфа или орка? Зачем тебе? Давай после рейда тебя посоздаю их, да и всё. Давай. Там уровень не важен. Да, да. Ну, я думал, может, у кого-то тут есть. Хасанка рог... орк. У меня же рога, он тот, который первый дед был. Орку Хасенко? Вроде не. Да, сказали. Да, не созвездие, если что, типа именно надо, чтобы раса была. Это же не работает. Понапридумали своих чудес, теперь хер найдешь их. Да нет, это посоздавать можно. Там еще завтра есть и послезавтра полдня. У тебя пушки-то все есть? НСК, который? Че, пушки, да, еще три, как раз. Которая... Всё, ну и к чёрту его. Да Хасенко его здесь и нету. Ну, давно нету, поэтому... Без босса не остаётся. Не, у меня в личку ничего не написал. Вот сейчас, я... Ребята, огурцы. А вот тут их когда-то ела вообще в рейде, реально. Я всегда про... Я их беру, короче, и забываю про них. У меня не знаю, у меня прям... Даже на панели, а ну без ГКД у зайца или нет? Да, там 2 минуты КД. Не, ну типа ГКД нету, если ты... А, нет. Давай, съел. Нет. Ну ладно. Значит, надо как-то вспомнить про него. Ну не знаю, на кругу один раз меня спасало такое. Серьезно. Короче, кому тут надо что рассказывать? Кто тут не был? Вроде все были. Вот я смотрю, вроде все были, лорди. Ты главное скажи про это. Ну, напомни лучше. Короче, для РДД тут рефлект, лужи, которые станет, если в них долго стоять. Они также под РДД появляются. И в миликах. Милики также одним кемпом двигаются. Поставлю метку на Мортис. В плане разойтись то же самое. Милики, танки, холипалы, точечные хилы слева. Другие люди справа и хилы через метку. ДЦ в центре. Можете расходиться, занимать места. Все в инсте-то хоть. Аффикса надо сумануть. А что?
шкафчик. Камушку надо сумануть. Девочку идем, надо. Идем в 4 танка, пойдем как прошло. Да, и по поводу танка. Мы что-то хотели там Пашу, не Пашу. Что мы думаем-то? Пашу. Мы справимся. Может, лучше не надо во избежание. Надо, да. Надо. Это... Еще 30 минут есть. There Beach, ты тут? Mm. Да тут я, конечно. Ну, ты нужен нам ДКшка, получается. Я абсолютно спокоен. Высказываю вам в жесткой форме ровно потому, что по-другому вы не усваиваете. Потому что вы начинаете огрызаться с Кирей, Киря вас жалеет. Я жалеть вас не буду. Я никого и никогда не жалею. И первый статик это абсолютно прекрасно знает. Вы приходите в гильдию с амбициями, с какими-то планами своими. То, что вы чего-то стоите. Если вы чего-то стоите, вы должны это в первую очередь доказать себе. Но пока я вижу, что вы нихуя не стоите. С теми ошибками, которые вы совершаете. То есть, либо вы себя приравниваете к Плинтусу, либо вы делаете. И летите в топ. Ваш выбор в говне плавать или сверху сидеть. Вам самим приятно? Я думаю, вряд ли. Так, кого мы будем за место тебя? Кто там из меликов, может? Или не из меликов? Поменять. Кто хочет уйти послакать? Ну, я говорю, что мне через полчаса. У меня еще 10 минут есть. Могу сейчас уйти. Ладно, иди. Окей. Давай, Паша, ты на ДКшке уже? Ну да, или чё уже? Чё, давайте тогда как это... Как в прошлый раз, я тогда с ДКшкой на боссе, а Shield Maiden с Бьорном на трэше, получается. Там Shield Maiden где-то в трусах, Бьорн где-то в черепе. Чё-то типа того. Давай. Давай, давай так. Ты отмети на сумму, пожалуйста. Еще раз, как ты хочешь? Давай на боссе. Нашел да, Бьорна на адах. Да, и Бьорн на других адах, с другой стороны. Ну, в 4 танка так не же, как прошло. Не понимается, Сумон. Не ты пахает. Просто я не уверен, что я под стаками выдержу еще мобов. Так же, как воп, да. Киллы через метку. При чейнке должен быть хил, да. Это, по идее, эрдру. Азур, найди, наверное, другое место туда, Рамира пусть встанет. А, нет. Эрдру с другой стороны уже встала, я вижу, тут девочек встанет. Мне кинули сумму, и принял, типа, почему-то не тэпнуло. Да? А может, полу... Да вроде лок. Может, когда я сумму делал лок, не тэпнулся еще? Ну, вроде вышел. Давайте, наверное, стой, Бьорн, погоди, нет, давай ты на место миловидное, а миловидное какой-то в другую сторону, чтобы рядом с Хапалом мы стояли танками. Ну ты, да, справа от черепа. А миловидное, найди какое-нибудь местечко, пожалуйста. Вон там вот вроде. Уже слева от трусов свободно. Слева от трусов, да, и около печеньки свободно еще. Около а печеньки. Можно вместо Макоша вот поставить? Вроде вот около печеньки лок стоял, нет? Он туда этот ставил. Вот к пик... Да, он возле печеньки был. Там возле печеньки место. Не в печеньке, а возле печеньки. Слева получается для тебя от босса. Сместись еще влево. Ан. Все, да. Уже ладно, бог. Вот сюда бог. Сместись. Угу. Все. Ты, когда бежишь на метку, ты справа от печеньки. Твоя первая позиционка. Запомнишь? Надеюсь, запомнишь. А чё, кто это там возле ромбика вокруг? Куда все бежали? Встаньте по местам. В ромбике кто? Иди сюда, лордик. Иди ко мне. Все, кто занят, уйдут сейчас. Вот где чудненькая, вставай. Сюда. Да, вставай. Вот где я, вот прям сюда. Ты тут ловишь. А ты пешком побежал в Даларан или что? Ну все, это твое место. Так встаньте сейчас, не бегайте, пожалуйста. Конца, встаньте все, только ДЦ стоит в центре. Wildness, вернись, тебе портал поставят. Ну, типа, перебить, ты вернись, сейчас.
по местам стать. Я уже встал, слева от бромбика стою. Ну пускай, спасибо. Ладно. Ладно, пизду. 30 минут осталось, ребят, кто? Блядь, а вы нахуй, ну, типа, спорите сейчас с тем, чтобы разойтись. Потом уже, блядь, вайпнемся один раз, все орать будут. Ну, как бы да. Кто в ромбике? В ромбике свободно. Вот, ну, все. Все, запомните места свои, пожалуйста, блядь. Мы начинаем с печеньки, если что. То есть тебе, Винсент, просто шаг влево потом сделать, и все. И такая убедительная просьба. На обычной фазе тверды и хилы стоят, сука, в одном месте. Ни чуть левее, ни чуть правее, не там, где хочется, а все в одном месте. Кидаются ловушки, если они кидаются по огромной площади, выбегать надо в Долоран. И тот же Хпал может потерять танка, пока выбегает. Я по своему опыту говорю на Хпале. Так что предлагаешь. Что любезно. Стоять нормально. Долбоебы. Было меня слышно хотя бы частично? Да, mm-hmm, да, да, да. Стоять в куче, короче, вот основная мысль. Да. Так, и по трэшу. Третья пати слева от портала. Трэш выходит. Четвертая пати справа смотрит. Элен двигается, где большой моб. Ну, получается, Shieldmaiden в трусах ловит, Бьерн ловит в черепе. Так, все, все запомнили свои места, все, надеюсь, да? Мы все-таки в 4 танка, да? Да, да. Да. Да, на верочку, давай. Портал где будет появляться с мобами? И начинает Горис, да? В трусах и в черепе будут появляться мобы. Да, начну я. Угу. Не могу босс перемазать в фокусе, масло. Ключевой эфир кастуется быстрее, для РДД есть рефлек. Надо стопать каст своих убивалок моментальных и прочих. Если что-то летит, то заранее стопайте. 4 минуты масла не могу перемазать. Масло, пойдем на перифазе перемажем. Т5 летит от отражёнки? Какое? Шаманов, да. Звездная вспышка, гнев Кенария. Ну, вроде как да. Вообще любой маг урон одномоментный, не дотующий, он летит. Тебе въебало обратно. Короче, я знаю, там может лог сосать похищением жизни. И как бы, ну, или может себе кинуть шок, с него диспелит, он... хосту все получит. Да похуй, лучше стопайте полностью, ребят. Не, да. Там не рискуем. Там просто может быть босс, каст от босса, который по процентных хп сносит. И вас бреет. Паша говорил, за каждый диспельный шок с меня будет это ГП. В смысле, так можно же будет, типа, Бавьера на 6 секунд. На шок хватит. 100 ГП весь амбус. Конвертируем ГП в ДПС. Так, следующий отсутствует. Стеклянная. Все, даю отсчет. Мы сейчас стоим все одним кемпом, либо в линию вперед-назад, но слева-справа никто не стоит. Все, милики также одним кемпом смещаются от луж. Стелеты. Все, трэш пошел, смотрим. Большой справа. Подожди, у нас четверо там? Да-да-да. 3, 2, 1. Давай. Только отворачивай, пожалуйста, если подводишь. И ты аккуратнее всю. Вышли. Все, босс элементарный. Вот это все по кругу. Босс мог. Так, сейчас будет фир. Берегитесь. Скорый рефлекс. Таймер не совсем точный, может либо раньше, либо позже быть. 3-5 секунд. Иногда там косты применяются после фаз. Выше. Опять выше. Под рефлект возвращаемся в кемп. Пока стоим, кастуем, где кастуем. Сейчас будет фир. Вот после дыхания. Кемп ориентируется от хвоста. Забирайся, Белгин. Так, трэш фазы, рефлект. Трэш бьем, потом фазы. Они пофиксили зеленку. Не скидывает?
Ну, держись тогда, блядь. 4%. Ну, типа, должно хватить времени. Плетённая. Разрушитель. Фир? Вот сейчас после ловушек фир будет. После дыхания, смотрите, фир после дыхания. Все, не хлудите. Скоро добивайте быстрее. Быстрее бейте. Уже пошла фаза. Хильте, пожалуйста. Все хилимся, кто может. И соседи. Двигаемся. Все, дальше смотрим сами на соседей, как вам удобнее. Последняя. Поскрыли отдать. Спасибо. Дефект аккуратней. Бегаемся, подкаст. Сейчас будет фир. Берегитесь. Скоро рефлекс. Можно там и сушением поддерживать стаки, продлевать, пока рефлекс и ауешь. На четвертом заберу тогда. На пяти можешь, все нормально. Моба. Там может времени не хватит. Работает зеленка? Заберите в миле второго разрушителя. Все, не бегай за ним. Сейчас будет фир. Ой-ой-ой. Рефлекс аккуратнее. Выше. Разрушительно. Забрал. Угу. Установлено. Отверни чуть-чуть от меня на всякий. Пучались назад. Дохиливаем. Ой-ой-ой, сова. Что, работает в итоге зеленка? Ну, я сейчас прыгался, не смог. Сейчас будет фир. Берегитесь. Так, фаза 6%, трэш 30 секунд, надо быстрее переводить. Можем дамажем активнее. Не в рефлекс. Все, разбежались. Хилимся, живем. После перебежки лорди гимна хп. На фазе не забирай тогда, посмотрим. Угу. Все, перебежал, дал гимн.
Скажешь, когда забрать. Мильки, осторожно. Не, нормально, работает, но... Флер, аккуратненько. Сейчас будет фир. Фрэш выше. Берегитесь. Разрушителя быстрее залейте справа. Вышли из души. Бег. Ну, в принципе, наверное, можешь забирать после трэша. Ну, я после этого дыхание заберу. Сейчас будет фир. Берегитесь. Скорый рефлекс. Не, нормально, не отворачивает, там 3 секунды отойди. Ну, всякий. Короче, она как-то странно работает через раз. Ну, либо у меня просто пинок ко мне в полную. Ну, БР камушка. Перебежал и БР. Сейчас будет фир. Берегитесь. Давай после каста в дамага по рейду. Ладно, встал. Эш, Йорна хил. Да. Ух, ебать. Кто-то затаунтил босса просто. Че, глянем? Типа, видимо, я случайно табнулся. Уф. Прям под дыхание идеально. Просто ух, нахуй, и все. Ну, я даже среагировать не успел, блядь. Да кто я тоже не понял. Кто там понял бы, блядь? Она прям под таунт дунула, ну. Ну пиздец. Моя просьба не срать лужами была успешно похерена. Да похуй, главное, живут и все. Нормально. Да ща ляжет это рандом просто. Бывает. Нет у нас 5 минут. 5 минут. Было же время покурить. Там отходили все. Давай, там твой дамаг на ханте в рефлект, это все нормально заходит. Да ничего страшного, оно у тебя не польется там из ушей. Здесь, в принципе, на ханте особо механик нету. На всем бейсе. Все скипается. Единственное, на первом боссе ренджа, на втором каскад, на третьем перебежке. Все. Все остальное хант игнорит. На ветерке не игнорит на втором. Хант это лучший спек вообще в игре, который есть. Класс, извиняюсь. Ну да. Илья, мы дружно открываем рот. На самом деле. Мне уже надоело дисплеить тебя. Ну серьезно. Ну, пусть. Займись уже ШП по дисплею, чему. Пусть дисплей. Это защита дисплей. Да. Защита тоже дисплей. Больше ДПС быстрее убьем. Палец, главное, моментально дисплей, чтобы дисперсию не успел уйти. И ГП накинем. Бля, я видел, с меня, по-моему, пытались меня убить, я сразу пушку. Бывало пару раз. Да, работает маг. Ну, которые медленно летят, да, они потом в рефлект, если прилетят, тебя уебят. Нет. Нет? Если спелл уже вылетел, он не зарефлектится. Та же самая механика с вилками ханта. Если по тебе кнопка уже полетела, вилками ты ее не задоджишь. Ну да. И вот так работает по этой механике.
Ладно. Андрюх, давай я начну. Посмотрим. Зеленый потом заберешь тогда. Без проблем. Варамиру на пол сейчас будет. Паш, подвинь его чуть-чуть еще назад, пожалуйста. 4, 3, 2. Глушители справа вообще не продамажили. Сейчас будет фир. Берегитесь. Скажешь ты это, как тебя поменять? Ех. Ты можете также в Tome Event бить баф на таргете врага. Не временное отражение. Ну не знаю, это может на это. Ну это по фокусу отслеживает, когда ты свичаешь, фэш. Он больше там надо, а не что в фокусе видеть баф. Сейчас фир. Берегитесь. На пятый, наверное, меняй. Сейчас начну, что больно жрать их конец. Сейчас пятый даст. Ретрэш выше. Запузил хил. Играем кэш. Все, я, короче, пошел дальше там. Сбить. Сейчас фир будет. Выше, выше. Вот после дыхания смотрите фир. Берегитесь. Добили, перевели. После перебежки первой гвардии даже гейминг. После перефазы до 5 стаков также подержу. Он не успеет у тебя откадышиться. Печенька немного подлагивает, что поднимите. Ну ты главное прокричи сразу, если залагаешь. Окей, постараюсь. Так же остальных касается, если вы зависли, назвали метку где рядом. Сразу. Смотри, у меня спальня могу забрать, в принципе. Давай. Сейчас фир будет. Волна, отойдите. Кого-то застанем, походу. 4,
Трэш. Сейчас фир будет. Верно, хильте. И Рамиру тоже. Лек. Так, что там, надо переводить быстрее. А тут соберет. Вроде заканчиваем. Нормально. Я не выдержу сейчас. Киньте зубы по Рамире. Зубовки закиньте прямо сейчас. Фир, фир. Блять. Поймал. Угу. Надо забрать, наверное. Ну, все, фири бегают. Нормально, так, ладно, нормально. Ну, только заберите кто-то еще обратно. Все, все, все. Смотрим, метки держим в голове, где выбежать уже 1%. Хил, хил, хил. Защитан гимн на хп. Да, я до 5 додержу, чтобы нам меняться не надо было потом второй раз. Смотри, сейчас трэш появится. Там, там смещается. Кильца движение. 5 духов создавать. 4, 3, 2, 1. Эффект. Трэш. Йорна. Сейчас будет фир. Берегитесь. Это активнее, активнее, трэш. Подожди, не успели спасть? Два. Выше. Да, поближе. Ходи, что уе. Эффект. В тексте, где ворон. Так, сейчас будет фир. Берегитесь. Узи надо резать. Вышли. Ворон. Просто. Что забыли? И баф его. Эффект. Резать надо в узле. Перебежал резно. Сейчас будет фир. Давай, давай, ты. Все, уже все. Дебаф локну. Рефлект сейчас после трэша. Сжигающий. Пациент. 28. Нормально. Убиваем выше. Добить справа мобов. Не переведите только. Спейте. Сейчас будет фир. Сбежаться чуть не прохил. Перевести. Смотрим куда.
килл-хилл. Он миликов, миликов. Кутай тихо. Банка. Борется. Давай я еще один на зеленку заберу. Забери тогда, сейчас он на мне висит. Все. Ну, хилить-то надо. И забери. А что происходит? Не знаю. Я его не бью, если что. Да, я уже. Такая хуйня, когда происходит рейд, вы реагируете и отходите от лица. А не ждете, пока вас свайпнет дыхание. Чё-то понимал, я два в него отдал. Хуй знает, я нольский прикрыл. Зубы попрошу в моменте, накиньте, пожалуйста. Кира после трэш. Борис и хил. Фир? Фир? Сейчас будет фир. Смотрите. Я сам попался. Выше. Рефлект, блять, пилю себя. Давай забей. Давай. Трэш пошел. Мортарса надо бьерну. А, нет. Я берну, я берну. Хил, хил, хил. Лето пил, Боб. Сейчас я. Хэс бить в трусах. Вайлдис. Разрушите. Сейчас будет фир. Все, лужи пропали, возвращаемся на хил. Что-то еру броню. Да, сейчас. Ну, если будет прям больно, я могу забрать, у меня остались прожим. Да, это нормально. Тут два стака. Скорый рефлект. После коста этого, наверное. Пока сейчас будет фир. Валит, и будет сейчас. Рефлект убили. Нихуя себе. Там как раз мои шипы рефлект полетели. Где моя тринка? Это надо, короче, админом писать. Ну, админом писать. Ксюх, не надейся. Мне тупо некогда на мурзике что-то делать. Блин. На помимо... танком ботиночки это хорошо. И миликом что-то подамажить. Ладно, пойдет. Сладко. Что-то пойдет, да. Че, миликом никому не надо, что ли? Ну вот это хас, скорость это на какого-то фурика, видать. Подвесочка с духом, не знаю. Че. Вон там присты врываются, надгоните сюда, блядь, шеи. Перед дух. За ПГП кто? Там за щитан забирает. Не плачь. Когда-нибудь ты 5-2 ты полтаешь. Например, на Голдране. Продам ты 5-2, кстати. Тогда я почему защиту он забирает? Ну, он сказал на мейному. За ГП. Ну, а холи при сними? Он сказал... По... Не, ну, не будет он брать. Сказал... Ага. Окей. Ну, так, там хасту надо подгонять, да, в начале, там критично, это даже где-то. Если пирюлей мало особенно. Зависит, да, от ЧБ. А, это сначала СПДшный ролился, я говорю, милики, там милики ролить начали, блядь. Собейте, не слушайте меня уже. После 3 часов РТ. Карета, ну, превращается в тайгу.
Немножко, да. Втыкаюсь. Ну, учитывайте то, что я не сижу весь день на жопе ровно. Чисто подстава зайти, полутать 100 ГП и сколько там? 300 ЕП, 400? Развод. Осуждаю. Все нормально. Ты, главное, сам как бы относись серьезно к своим действиям. Старайся. Я вот максимально серьезно... Лишний раз мне вот эти шутки, я иногда их могу просто не понять. Я максимально серьезно выпускаю шипы себе в лицо. Ну, я не бухаю. Так что... Тоже. Ну, я выпиваю, да? Я тоже. Знаешь, такая, нажимаешь... Хочу второго хэббала. Хочу второго хэббала. Я не хочу одно. Настя, я жду сейвы в отражении. Да не буду сейвов. Ну видишь, мне же это особо не мешает. Тебе не? Винс, ну вот мне Винс.